Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանք ուղիղ եթերում և կանդրադառնանք ամենակարևոր արտաքին քաղաքականության վերաբերող իրադարձությանը։ Սպիտակ տունը հայտարարություն է արել և նշել, որ նախագահ Բայդենը և մեծ յոթնյակի երկրների ղեկավարները Զելենսկու հետ միասին այսօր կեսօրին կարևոր հայտարարություն կանել, դրանով կուրվագծեն Ուկրաինայի ժողովրդին աջակցելու երկարաժամկետ հանձնառությունը։ Թեմայի շուրջ ավելի մանրամասն օնլայն տեսակապով կզրուցենք քաղաքական վերլուծաբան, կզրուցենք Չեխիա Иван Преображенский. Добрый день, Иван. Иван, как добрый слышно? Лидеры стран большой семерки сегодня должны объявить о долгосрочных обязательствах по обеспечению безопасности Украины. И чего ожидать от этого заявления? Ну, я думаю, что в данном случае речь будет идти о тех гарантиях безопасности, которые позволят Украине так или иначе завершить войну. Я имею в виду, что без гарантии безопасности Украина не может прекратить военный конфликт с Россией со своей стороны. До тех пор, пока у власти находится Владимир Путин и Россия выступает в качестве агрессора, без гарантии безопасности мир невозможен. А что касается того, в чем будут состоять гарантии этой безопасности, я думаю, что они сейчас будут не конкретизированы настолько, чтобы можно было говорить о абсолютно точных параметрах, но речь будет идти о том, что они гарантируют территориальную целостность, гарантируют военную поддержку Украине и гарантируют, скажем так, поддерживают необходимость для Украины полностью освободить свои временно оккупированные территории. В том числе и Крым? Я думаю, что это не будет уточняться, потому что самое сложное в нынешней ситуации – это не давать лишних четких установок, которые могли бы потом помешать проведению послевоенных окончательных переговоров о мире. С одной стороны, все понимают, что единственный способ, как об этом говорили многие западные лидеры, это военное поражение Российской Федерации, потому что иначе она не готова отступить просто. А с другой стороны, что именно станет военным поражением Российской Федерации, что будет признано концом войны, сейчас не понимает никто. Война – это ситуация стопроцентной непредсказуемости. Соответственно, слишком точное определение потом может помешать завершению этого конфликта на тех параметрах, в той ситуации, в которой окажется Украина, Россия и мировое сообщество. А насколько вот это отсутствие конкретики устроит Зеленского и Украину? С одной стороны, Украину это не устраивает, и украинское руководство об этом прямо говорит. И занимая позицию так называемого морального превосходства, получает в принципе за это дополнительные компенсации. С другой стороны, я полагаю, что за закрытыми дверями украинское руководство вполне проинформировано о том, что западное сообщество и НАТО в принципе не могут настолько четко артикулировать свои цели до тех пор, пока не завершен, собственно, военный конфликт. А конфигурация того, как он закончится, неизвестна никому. У Владимира Зеленского, безусловно, есть своя картина того, как он должен завершиться, и он исходит в переговорах из нее. Но западные лидеры вполне имеют право не быть, скажем так, этой картиной мира принуждаемыми к каким-то точным соглашениям, потому что совершенно не факт, что все будет выглядеть именно так. Поэтому в какой-то момент это может в принципе помешать оказывать поддержку Украине. Если какие-то конкретные цели, которые были бы сейчас обозначены, не будут достигнуты, а мир при этом будет возможен, и Украина будет на него согласна, то может создаться ситуация, при которой Запад не может поддержать этот мир, потому что ранее были обозначены другие какие-то рубежные цели. Придется пересматривать, проводить многочисленные переговоры и так далее. Поэтому есть попытка оставить открытой дверь. Это риск в обе стороны. Это на самом деле и риск того, что эти гарантии, как в свое время Будапештский меморандум, о чем много говорят да, украинские представители, не будут выполнены. К сожалению, да, такой риск учитывать, но в данном случае, с учетом того, насколько изменилось общественное мнение, мнение политиков в Европейском Союзе и в США, я думаю, что нет больших оснований не доверять их гарантиям в том плане, что они не гарантируют совершенно точно того, чего они не готовы сделать.
В то же время здесь никакого обмана не возникнет. В то же время Лавров заявляет, что вооруженное противостояние в Украине будет продолжаться, пока Запад не откажется от идей нанести России стратегическое поражение. Ну, значит, военное противостояние будет продолжаться до тех пор, пока Запад не нанесет России стратегическое поражение, в том плане, что ресурсно мощь России и мощь западной демократии, даже просто семерки, не говоря уже о мощи НАТО, абсолютно не сопоставимы. И на долгую, а речь в таком случае идет о долгом конфликте, Россия демонстрирует, что она к нему готова, поражение России становится неизбежным. С учетом того, что интересы геополитические, как это сейчас модно называть, или просто интересы государств в западных демократиях быстро и серьезно не изменяются, поскольку их продвигают скорее политический истеблишмент и бюрократия, управляющими государствами, Владимир, возможно, рассчитывает на то, что в тех же США, в Франции, в Германии со временем сменятся лидеры, в США это может произойти очень быстро, и тогда резко изменится их внешняя политика. Но если будет возможность достичь тех целей, которые ставились ранее, в том числе стратегическое поражение России, то кто бы ни был лидером США, в реальности американская демократия и американская государственная машина будет все равно ехать в том же направлении. Соответственно, у России тогда не останется шансов. Это только вопрос срока. По итогам первого дня саммита страны Альянса назвали Россию самой серьезной угрозой безопасности Альянса. В то же время НАТО призвало Россию вывести войска военные формирования из Приднестровья. Это очень животрепещущий вопрос для Армении, потому что какой посыл в этом рассматривать Армении в контексте дислоцированных в Арцахе военных сил, миротворческих военных сил? Я думаю, что в данном случае важен момент того, что российские войска присутствуют на территории Приднестровья. Россия объявила в одностороннем порядке о независимости Абхазии и Южной Осетии, но это территории, которые так или иначе отторгнуты другого государства. Что касается ситуации в Арцахе, ситуация в Арцахе значительно сложнее исторически. А если Приднестровье самопровозглашенное государство, то Арцах, с одной стороны, самопровозглашенная и непризнанная никем республика, но с другой стороны, Арцах исторически не вошел в состав Азербайджана с точки зрения периода распада Советского Союза. То есть движение за независимость началось на этой территории до того, как произошел факт распада Советского Союза. Соответственно, здесь вступают в противоречие два принципа территориальной целостности государства и нации на самоопределение, и это признано неоднократными заявлениями многих коспонсоров мирного процесса в регионе, в том числе со стороны западных демократий США и Франции. И, соответственно, в этой ситуации российские силы не выступают в той же роли, в которой они выступают в Приднестровье, с одной стороны. До тех пор, пока они действительно в этой роли не выступают, то есть не создают дополнительного напряжения. И сейчас они не выполняют, с другой стороны, своей роли. Это объективно. Мы видим, что блокада возобновилась. А достигнутые соглашения российской, в первую очередь, стороной, которая должна была бы быть гарантом, не выполняются. Но мне кажется, что сейчас вопрос этого российского контингента в Арцахе не стоит, тем не менее, так остро, поскольку он не связан, давайте прямо говорить, с контекстом войны в Украине. А вот насколько вот это анонсируемое Белым домом объявление о обязательствах на обеспечение безопасности и гарантов Украины меняет ситуацию на всем постсоветском пространстве? То есть это может быть прецедентом, потому что очень часто, когда обсуждается вопрос мирных переговоров, договоров, остро встает вопрос гаранта. Я думаю, что да.
что, в принципе, ситуация достаточно радикально изменилась на этом саммите, и немногие пока еще это осознали. Украина, по сути дела, заместила с собой во всей политике Россию. Теперь Совет не Россия-НАТО, а Украина-НАТО. Украина, с точки зрения именно американских гарантий и готовности дать ей такой же статус по сотрудникам, Израиль превращается действительно, имеет шансы, точнее, превратиться во второй Израиль и в серьезного проводника американской политики в регионе. Украина влияющим государством, так или иначе, и уже влияет, как мы видим, по этому требованию, по Приднестровью, на соседние государства, то есть на Молдову, так или иначе, и участвует в определении территориальной целостности Молдовы. И создается прецедент, по которому США на постсоветском пространстве, как раньше делала Россия, могут выступать гарантом безопасности. Таких прецедентов в полном смысле этого слова еще не было. Возможно, расширение этих гарантий, безусловно, на другие территории, тем более, что мы увидели в очередной раз, насколько в случае необходимости, может быть, договор способен еще один игрок в этой схеме, то есть Турция, которая имеет свои противоречия по Швеции. А по вашему мнению, на каком уровне сейчас, сегодня, после известных событий с командирами Азова, находятся российско-турецкие отношения? Это очень важно для нас именно в контексте региональной политики. Я, честно говоря, полагаю, что российско-турецкие отношения серьезно после этого не обострились. А российская политика в отношении, скажем, командиров Азова и, в принципе, военнопленных, как мы видели до этого, весьма неоднозначно. Россия спокойно обменивает граждан Украины на граждан Украины, например, того же Виктора Медведчука на украинских военных. Россия использует и уже в прошлом использовала украинских военнопленных для того, чтобы дестабилизировать политический режим внутри самой Украины, зная, что военнопленные иногда в сложившихся ситуациях могут критиковать действующие власти, в том числе благодаря которым они оказались в плену. И что-то похожее уже происходит с отдельными командирами Азова. Поэтому у меня есть предположение, что турецкая сторона как минимум поставила в известность Россию. И прямо жесткой конфронтации это не вызвало. Более серьезное с этой точки зрения событие – это желание России отменить зерновую сделку, которая приносит огромные дивиденды именно турецкой экономике, которая Турция ведь стала, безусловно, главным выгодоприобретателем от этой войны. И вот здесь разлад между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом, поскольку мы понимаем, что речь идет о двух авторитарных лидерах, которые именно свои интересы в первую очередь защищают, а не государственные, она может, это как бы пропасть между ними начать вырастать. Но пока там идут скорее переговоры. Россия жестко шантажирует зерновую сделку окончательно отменить. Турция отвечает такими шагами, как в частности от командиров Азова. Но окончательное решение пока не достигнуто. Если разлад будет серьезнее, то может пойти цепная реакция по другим экономическим контрактам между ними, и тогда они могут серьезно испортиться. И последний вопрос. Вот это расширение гарантий, оно будет, по вашему мнению, включать Южный Кавказ или нет? Я думаю, что пока не будет. Пока не будет. Спасибо, спасибо, Иван, за комментарий, за интервью. Նշեմ, որ online տեսակապով մենք զրուցեցինք Պրահա և զրուցեցինք հայկական վերլուծաբան Իվան Պրեոբրաժենսկի հետ։ Շարունակեք իրադարձությունների զարգացմանը հետևել առաջին դրատվականի եթերում։